Так что, рассказ, как зовут вас? Владимир. Владимир, что было? Да прострелы вот это в области крыльца страшно. У меня когда-то было, лет 25 назад. Я сдвинул конкретно, меня занесли вот так вот это бабы Гали в мой будник. Она меня поставила, и слава богу, до сегодняшнего. А... Ну так было тебе там чуть-чуть, ну то ерунда. А это на диване лежал как-то, вытянувшись, телевизор смотрел. Потом подниматься, ой-ой-ой, что-то плохо, и вот так. И прострелы идут. Вот это 2 недели? Где-то недели две, наверное. Ну, значит, 3 недели. Ну, где-то так, да. И все терпел. И оно как-то вроде прошло, вроде и прошло. Ну, оно же быт, в своем доме тоже живешь. То там дернул, что-то да, поднял, то это. Ну, и так хуже. И хуже, когда лежишь. Лежишь, потом подниматься, ой-ой-ой. Когда днем ходишь, расходился, еще более ничего. Более-менее, да? Да. Но все равно так стоите, перекушено. Да вот это сейчас оно мне вообще хуже стало. Как оно времена были, было ничего. А, вроде было лучше, а теперь уже стало хуже, тогда уже зашевеление. Ну, конечно, да? Ну, да, хорошо. А ну-ка поворачивайте все так. Вот так и стоит это. Ну стоим вот так, влево наклоненный. Хорошо. Да, ну, значит, получается, убираете с правой ноги нагрузку, да? Какая нога болит больше? Да никакая. А в ноги не отдает, просто... Не отдает. Единственное, если поднимаю правую ногу так вот, это на ступеньку, то более, больнее, чем левую. Ага. Понятно. Ну, вот так. Хорошо. А ну-ка давайте садитесь сюда. Володя, да? Да. Садитесь на стульчик. Туда ногами. Туда ногами. Туда с лицом. Туда лицом. На стульчик садитесь. Или садиться плохо? Да ну как, ну стреляют, когда садится. Ну не всегда, но не через раз. А подниматься. Надо померить давление сейчас. Подниматься тоже. Вот ты поднимаешься, найдешь какое-то положение. Вроде поднялся не больно. А то нет стрельнет. То стоя стреляет у тебя. Тоже. Ну как-то. И главное, что хуже, что не было поначалу такого. Стрелял оно, а потом хуже и хуже смотрел. Так вот тоже оно так и есть. Там ничего, то хуже и хуже и хуже. Там ну сразу же не будешь бегать. Ну да. И дождали уже крепко. Там ну понятно, оно же не то там же будем что-то шевелиться. Грому, глянул, да, креститься надо. 166 на 89. Ну может я прошел, да вот сейчас. Вот куда прошел, вы же в машине ехали. Ну от машины, да. 170 на 90 давление прошел. Ну вот. Ладно, да. Да, сколько он лет? 68. В хорошей форме. Давление, конечно, выглядит. А вы ничего не принимаете, да? Себя абсолютно ничего. Вы чувствуете себя нормально при таком давлении, да? То есть, да организм... я его не мерил никогда. Ага. Я не выпух, я знаю, какой у меня. Понятно, понятно. Значит так, да. Владимир, сейчас я буду нажимать на точки. Шкала боли от 0 до 10. Понятно? Ну, если не болить 0, если болить наполовину 5, если сильная боль 10, 9, 8, 7, ну, самая большая боль 10. Если руки в голову отдает, тоже говорит, что так, 0? 0. 0. Так. 0. 0. Так. 0. Так. Ну, тут спазмировано крепко, что не больно это, да? Да так, тупая как-то чисто. 3, 4, 5, да? Да, 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 где-то так. Чисто. Так. Нет. А обезболивающее принимал? Нет. Нет. Там... Ну, спиртное иногда там. Да. Нет, сегодня не принимал и вчера. Нет. А вот так что, ноль? Ноль. Ну как, ну, ну двоечка, троечка, а вот... как обычно. А тут? Ну, тут затянуто крепко. Может и не болит, конечно. И так ничего не болит. Ну. Руки не имеют, плечи не болят? Нет. Хорошо. Ну-ка, стоп, лоп, лоп, раз. Все, да, поднимается. А что, плечи не болело? А локоть? Нет. А ну-ка, рука не разгинается, что ли? Полностью не разгинается. Вот эта контрактура меня откуда-то разгинается. Раз, стоп, отсюда леву. Это разгинается. Руками чуть опускаем голову, я пеню босс. Раз, руками голова. Сейчас я могу дыхать руками голова. Стянуто тут, потому что руками. Ну вы не чуете, что вона руками. Ну-ка лежите сюда лоб. Лоб? Лоб, да. Раз, раз, раз. А спите хорошо? Ну як до того, як спина не боліла? Ні, не одинаково. Хорошо спите? Да. Ну как, до болезни спал плохо, ночью просыпаюсь, включаю телевизор, ну глаза знаю.
Ні, це не возрастний, це мозок не хватає питання. Я ж не просто так розповідаю, і сни не сняться на небо, так? Сняться почему? Сни сняться? Да. Ну хорошо, що сни сняться, можуть сни не сняться за цього. Якщо ви не спите, значить мозку не хватає питання, і за цього вони... Сон плохой, не сон. Якщо буде хороший сон, якщо дати питання мозку, треба з вами поработати. То, що я зараз поправлю, може легше ставне поясниться. А вообще воспазмирование. А ну-ка иди сюда. А ну вставай. Я столеска. Я боюсь это. Ну, пока ничего не стреляет. Я не видел, есть столеска, то опа, есть. Угу. Что делать? Вот так сейчас мы ляжем просто. А ноги на полу. Я понял. Вот так, раз. Да, лягай. Есть отверты? А наклоняться вообще есть как или нет? Да вот это ж потихонечку наклонится. Ага. А быстро не получается. А быстро боюсь. Боюсь, да? А вот так больно? Нет. Ноль. Так. Ну как, ну 4 балла, 5. А ну чисто... Так надо казать 4, чи если 5 уже казать. Если не болит, то это 0. Вот так что? 0? Да ну 3, 2. 3, так. Тоже. Тоже. Так. Так то же самое. Ну, ну тут то есть натянута, правая сторона вот больше шишка тут. Тут меньше ягодица, тут больше. Боковина, так. А вот так. Ноль? Нет, ну так где-то троечка четыре. Вот так что? Ну пятерка. Ага. Ага. Больно, ну, да? Вот это больно было, да. А тут? Уже. Тут? На пятерку, на шестерку. Тут тоже больно, да? Да. Угу. Больнее. Так, ладно, лежим. Колени не болят, голеностопы? Нет. Что тут? Ноль? Да ну где-то на четверку. Да. Четверка. Угу. Ставим. Ага, ставим цю ногу другу даем. Угу. А вот так что? Да тоже только четверка. А так. Тоже самое. Правая нога забитая. Это вот мягче, а это забитая все. А она не мягшая, нормально? Да нормально. А ну-ка встаньте, ага. И пройдите, может что-то поменялось. Это вроде спокойнее, без спокойнее. Свободнее вроде бы. Хорошо. Вроде бы. Хорошо. Лягаем опять. Опять лягаем, как лежал. Вроде бы. Иголки боитесь или нет? Ну, брат, что там бояться, да? Синдром, чтобы мышцы расслабить, чтобы чего давление поднимается? Потому что мозгу не хватает кислорода. Понятно? И он подает, вот он должен получить свои там 20%, чи 30, чи 25%. А если его зажать там ушей, не проходит кровь, не несет с собой кислород, что делает? Он подает команду через нерв поднять сердцу давление. И сердце качает. Вот если вы приехали сюда на четвертой скорости по трассе ехали, дальше на пятой, то если вы будете на торе все время ездить, потому что сердце это же тоже мышца, и она в перегрузе работает, качать надо 170, должно быть 110-120, а оно 170 качает. Понятно? Да. Ну да. А то, что вы герой не меряли, это погано. Ну да, нам бы могли присадить бы на лекарство, тут тоже непонятно. Прибивають сердечну мышцу. А він потім починає далі, переживає. Так. Да, да, да. Так от, щоб давлення улучшилось, треба убрати причину. Убрати причину, причина 95% спазм мышц, міофасциальний синдром. Понятно? Зараз по ногам щось йде? Ну може тепло, мурашки, холод пішов? Що? Тепло. До колен или нижче? Нет, вот в области креста. Вроде... А дальше никуда ничего не идет. Нет, да? Во время терки вот это тепло было, сейчас пока ничего. А так что, по ногам что спешло, голову, руки? Что? Ничего, шею больно, да и все. А, это болит все, да? Больно, да. А, больно. А было не больно, я жал. Спрашивал, сказал, да ничего не больно. Оказывается, что было... Да
нет, ну я думал, это, ну, это боль от силы, это любое место. Да не, не, не. Да не будет боль. Да нет, там для мышцы здоровья да. не будет боль. Ну я что-то подумал, что это чисто механика, что больно сильно придавил. Да, это миофасциальный синдром называется, триггерные точки болят. Вот. Ну это у вас воно еще так приглушено, некоторые только дотронуться, вот так аж кидает. Баночка не нарастает боли тут, не? Да нет. Ноль, да? Да. Ну, держится красный крем. Это на 68 год еще в хорошем состоянии. Бы это не сместилось ничего, так было бы хорошо. Да, да ну, белка за ёбанет, да, поднимал да. все и работал. Только сейчас, смотри, сейчас я вот это поправил. Надо изгибом не делать, ничего не поднимать, чтобы оно удержалось, прихватилось, понятно? Там вот уже я нарушил это ёбки правило. Если бы сразу приехали и поправили, то такого не было. А так уже 2-3 недели оно уже наросло. Миофасциальный синдром, цей смаз мышц, я вам рассказываю. Так напряглась. Да. Сама напрягается. Да. Ничего. Так. А залезть сможете на живот лягти или нет? Ну, конечно. Потихонечку. Только другой ногой стоим, не тією, что были. Не та, що прострелює, та, що прострелює, не нагружає. Так, що, залазим, так? Да? Так, встать. Ага. Встаємо і так на живот. Раз, туди, лицом. Сюди лицом на живот? Так, так, так. Посередині тільки вставання. Ні, а якщо я отак от, мені ж так дурно чух. Пускай правий, ну стрелює, зараз не бог сніг. Угу. Так, от. То есть уже так не стреляет, да? Нет. А? Пожалел, не стрельнул. Так то ж потому, что причину убрал. Да, потому... ну, да, 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 ну-ка, ага. Нормально? Нормально. Ой, что-то, да нет, что-то. Да. Так, переворачиваемся. На какую сторону? Удобно, на такую параграфу, да? Переворачиваться хреново, да? Ну, с ногами вытянутыми есть, если лежать, да? Да. А что вот тут у нас были? Ага. Туда. Повздовжно пояснична воспалюна, понял? Сейчас я масажу и будет меньше болеть сразу. Это затяжет, это яйца болят. В животе все тянет, понятно? Все это за позвоночника. И вот тут я нормально тяну стопу. Не, хорошо, хоть тут нема ця сторона. Запомнили, як їх болить? Тільки дотронувся, вас кидав. Да, да. Так от смотрилися. Вже згладю, вже він. Позвоночник я тут поправив. Зараз тут гладимо. І там одразу стає менше боліть. Ну, може і не менше буде з першого разу. Ну, должно бути, по ідеї, менше. І повністю навіть одразу проходить боль. Ну, вона може вертатися. Вставать. Сейчас я опущу. Вот так можно будет и, наверное, сейчас я опущу и ногу просто опускаем, да? Но может прострелить так. Да, ну что, стрелять так стрелять. Да нет, надо сейчас лучше нам не воспалять. Ага. Да, сейчас. Ну давай, тогда выясним. Прорвемся. Или перевернется. Сейчас. Так. Чи встану сейчас?
сядем на табуретку и встанем, пройдемся. Голова не крутится, нормально? Через морило? Не. А ну-ка прошлись. Ну вы же лежали. Простреляли, да? Простреляли, да, при ходьбе, при встряске такой резкой. Так вроде веселее. Веселее, значит, что я вам скажу? Сильно не сгинаемся. Не надо сгинаться. Надо удержать его. А, стараться не сгинаться, ну, да? Должно быть вот так, например, дивиться. А у вас було вот так. От я поправу на місто його поставив. Ага. Зв'язка розтягнута, там місто залишається, там воспалительний процес, там місто. Тільки крутнувся чи нахлинився отак. І воно тільки пух. І носки одіваєш, оце я так і згідь, якщо робиш, теж змістиш. Понятно? Понятно. В наклоні нічого не робити, отак не тягнутися за пультом чи за цим. Підійшов і отак раз, отак взяв. Отак раз. І підняв. Понятно? Понятно. Перше время головне удержати. То, що було два підожі. Лягаємо на живот. То, що було. Нормально. Нормально стало. Нормально. Так, а ну-ка йдемо сідаємо. Поміряємо давлення, чи упало, чи піднімається. Якщо падає, то це хорошо. Якщо піднімається, то це хуже. Сильно нас позиває. Ну, упало. Мисці розслабили, зразу давлення. От вам ось щось поробити, воно може, якщо ви ще в хорошій формі, воно може нормалізуватися, стати 120 на 80. Понятно? Так, а що треба робити? Поїздити треба полічитися. Це ж не то, що ви там до бабушки приїхали, вона убрала причину, але нічого не робила. Тобто масажі? Масажі, укалування, тракції. Це ще тут тракції не робив. Первого сеанса. А там дивіться, якщо воно зараз у вас пройшло, ну опять ви можете скакати. Ну я думаю, що воно може не пройти. Зараз не так, мабуть, тоді було чуть-чуть. Не такі простріли були. Хоч вас і срубило, що вас носили на руках. Чи на... Та то було взагалі. Ну правильно, ну воно могло не так чуть-чуть відбуватися. Не було таких прострілів, як зараз там тисло поздовж. Так, одіваємося, все, так? Да? Да. Зараз я дам вам так само каплі. И капли, и...